23 марта в актовом зале Казанского федерального университета состоялось торжественное празднование Навруз. Навруз – это древний национальный праздник тюркских и иранских народов. Он символизирует начало Нового года, гармонию людей и природы, а также добро на земле. На мероприятии присутствовал и генеральный консул Ирана господин Алибиман Экбали-Зарч. Нам отрадно, что Навруз сейчас является таким праздником, который отмечается и в других странах. Навруз олицетворяет собой начало весны, начало сельскохозяйственного года, и в Иране он сильно почитается. На протяжении всего вечера на сцене актового зала КФУ выступали артисты с поздравительными словами, а также музыканты с традиционными песнями Ирана. Аделина Ахмадиева, Владимир Нелюбин, Универньюз.